Здравствуйте, дорогие телезрители программы «Место под солнцем». Сегодня вы с нами в студии LaFem, и мы проведем с вами урок йоги. Йога, которой мы будем сегодня с вами заниматься, она особенная. Эта йога относится к методу фло, гибкая йога. Мы будем с вами делать гимнастику для позвоночника. Первое упражнение, которое мы с вами сделаем, оно будет выполнено из базовой асаны, сетубандхасана, поза моста. Меня зовут Ольга, мне сегодня будут помогать Саша, Мария и Камила. Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях и ставим стопы на ширину таза. Руки выкладываем колечком за головой. Делаем вдох и со вдохом поднимаем таз вверх, прогибаемся. Вдох, потянулись хорошо вверх, опускаем таз, выдох. Поднимаем таз наверх, делаем вдох и фиксируем таз в этом положении, делаем выдох. Поднимаем правую руку ладонью вверх, тянемся рукой вверх, вдох. Опускаем руку за голову, выдох. Потянули таз наверх, вдох и опустили его на пол, выдох. Вдох, на выдохе фиксируем это положение и поднимаем вверх правую ногу, носок тянем на себя. Таз тянем вверх, делаем вдох, опускаем стопу на пол, выдох. И на выдохе опускаем таз на пол. Все то же самое мы делаем на левую ногу. Поднимаем таз, делаем вдох, фиксируем таз в этом положении, выдох. И поднимаем левую ногу вверх, вдох, тянемся стопой вверх. На выдохе ногу опускаем, делаем вдох. И на выдохе опускаем таз на пол. Теперь мы соединим движение рук и ног. Поднимаем таз наверх, вдох, фиксируем его там, выдох. Поднимаем правую руку, вдох, фиксируем руку, выдох. Поднимаем левую ногу наверх, вдох, фиксируем это положение, держим, выдох. Еще раз делаем вдох, тянемся ладонью к стопе. На выдохе ставим ногу, выдох, делаем вдох и на выдохе опускаем правую руку. Теперь сделаем скрест на левую руку и на правую ногу. Вдох, поднимаем таз наверх, фиксируем таз, выдох. Поднимаем левую руку вверх, вдох, тянемся, выдох. Правую ногу поднимаем вверх, вдох, выдох. И тянемся ладонью к стопе, вдох. Опускаем стопу на пол, выдох, вдох. Опускаем руку и опускаем таз. Садимся, берем себя за коленку, поднимаемся. Сейчас мы с вами проработали переднюю поверхность тела. Теперь мы с вами перейдем к проработке задней поверхности тела. Разворачиваемся, встаем в позу кошка с упором на прямые руки. Прогибаемся, делаем вдох, округляем спину, смотрим в пупок и делаем выдох. Еще раз делаем прогиб, вдох, смотрим в пупок, выдох. И начинаем прорабатывать руки, вытягиваем левую руку перед собой, делаем вдох. Опускаем левую руку на пол, выдох. Правую руку поднимаем перед собой, делаем вдох. И опускаем, выдох. Поднимаем на вдохе правую ногу назад, вдох. Носок опускаем вниз, тянемся пяткой назад. На выдохе ставим ногу на пол. Поднимаем левую ногу назад, тянемся пяткой, вдох. И выдох. А теперь скрестно соединим правую руку и левую ногу. Вытягиваем руку, вдох. Держим, фиксируем это положение, выдох. Вытягиваем левую ногу назад, носок смотрит в пол. Фиксируем положение, держим. Делаем вдох, растягиваем себя вперед рукой, тянемся назад ногой. На выдохе опускаем руку и ногу. Берем вес на руки, выпрямляем руки и садимся на ягодицы. Скрещиваем ноги в удобную позу. Вытягиваем спинку. Руки выкладываем на колени. Тянемся макушкой вверх. Делаем вдох. И выдох. Мы собираем ладони в намасте. Дорогие телезрители, мы с вами провели комплекс на укрепление позвоночника. Мы вам желаем всего самого хорошего, всего доброго, здоровья вам и счастья.